Более 15 звонков за день поступило в Уфимский центр гигиены и эпидемиологии от жителей республики, желающих сдать анализ на коронавирус. Все они накануне вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Напомню, в Башкортостан завезли новые тест-системы для определения опасной инфекции. Их разработали ученые из Новосибирска. Анализ выявляет заболевание уже через 8 часов. Ранее обследование пациентов занимало до 7 дней. Приходилось ждать, пока образцы отправят в Новосибирский институт. Сейчас тест на коронавирус можно сдать в Уфимском центре гигиены и эпидемиологии абсолютно бесплатно и только по медицинским показаниям. Для этого необходимо получить направление от терапевта. Исследования проводятся для лиц с подозрением на коронавирус. В настоящее время на территории Башкортостана организован постоянный мониторинг за эпидемиологической обстановкой. Приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля. Всего специалисты центра обследовали порядка 240 человек. В целом в республике проверили более 1000 жителей. Случаев коронавируса в регионе не выявлено. Хотелось бы рассчитывать на понимание граждан населения, в частности нашей республики. Конечно, рекомендуется ограничить путешествия. И Роспотребнадзор, и я в своем лице рекомендую это сделать, потому что зоны риска – это как раз аэропорты. То есть никто из людей не может быть застрахован, кто рядом чихнет, в каком месте вам трудно будет помыть или обработать руки. А это является как раз теми рисками, при которых может произойти заражение. По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 113 тысяч человек. Зафиксировано более 4 тысяч случаев летального исхода. Очаги заражения отмечены в Италии, Испании, Германии, Франции, Великобритании и Китае.